В соответствии с поручением главы государства подготовлен проект комплексной программы повышения эффективности казахстанского рынка труда «Дорожная карта занятости 2020». Она включает как оперативные меры антикризисного реагирования в случае ухудшения ситуации в мировой экономике, так и системные меры по обеспечению продуктивной занятости граждан. В этих целях в рамках программы предлагается реализация следующих направлений. Первое. Обеспечение занятости через развитие инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. Этот механизм был применен в рамках дорожной карты 2009-2010 годов и направлен на создание временных рабочих мест в случае массового высвобождения работников реального сектора. Полученный опыт свидетельствует, что реализация данного направления позволит оперативно создавать рабочие места и контролировать уровень безработицы. В рамках этого направления предусматривается обеспечение занятости граждан на работах, связанных с капитальным, средним и текущим ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства, социально-культурных объектов и инженерно-транспортной инфраструктуры. Строительство фельдшерских и акушерских пунктов, врачебных амбулаторий в сельской местности. При этом приоритетное внимание будет уделяться объектам, решающим проблемы аварийных, неприспособленных объектов здравоохранения на селе. Кроме того, предусматривается благоустройство сельских населенных пунктов. Общий объем финансирования на развитие представленных объектов будет составлять 57,6 миллиардов тенге с учетом софинансирования из местного бюджета и будет создано около 23 тысяч рабочих мест. Второе направление программы предусматривает обеспечение занятости через развитие сельского предпринимательства. В этом направлении предусматриваются две компоненты составляющих. Первая из них – поддержка частной предпринимательской инициативы на селе. В рамках данных мер будет осуществляться точечная поддержка инициатив сельчан по созданию или развитию своего дела и предложен механизм микрокредитования, реализованный в программе занятости 2020. Это означает предоставление микрокредитов до 3 миллионов тенге, развитие или сооружение недостающих объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры и предоставление сервисных услуг. Вторая подкомпонента этого направления предполагает комплексное развитие опорных сел, которое направлено на обеспечение целевой занятости граждан в конкретном селе за счет концентрации мер государственной поддержки в них. В рамках выработанной стратегии развития опорных сел будут применяться все инструменты, предусмотренные программой, без ограничений. При этом для каждого конкретного села будет разработан и согласован с местным сообществом отдельный мастер-план комплексного развития. Мастер-план будет предусматривать направление развития, конкретные проекты, необходимую инфраструктуру, потребности в подготовке кадров и другие необходимые факторы и условия для развития села и, самое главное, создание новых рабочих мест. Будет также продолжен опыт по микрокредитованию. В отличие от первой, значит, компоненты, в этом направлении, если сельчане будут находиться в опорных селах, сумма микрокредита на одно личное подсобное хозяйство будет увеличиться до 5 миллионов тенге. Ставка вознаграждения для конечного заемщика составит не более 6%. Через фонд поддержки дому будут оказываться услуги по субсидированию процентных ставок вознаграждения по кредитам, выданным через микрокредитные организации, банков второго уровня, а также по договорам лизинга. Для людей, объединившихся в сельские потребительские кооперативы, будет предусмотрено выделение микрокредитов в денежном и товарном выражении. Для реализации конкретного проекта – гранты на приобретение необходимого оборудования и технологии. На реализацию данного направления предусмотрено 25,7 миллиардов тенге, будет создано 11,4 тысячи рабочих мест. В настоящее время в пилотном режиме определено 11 опорных сел в 6 областях страны. Третье направление программы предполагает обеспечение занятости через обучение и переселение. Предлагаемые меры направлены на помощь самостоятельно занятым, малообеспеченным и безработным гражданам в трудоустройстве на существующие рабочие места, а также на рабочие места, создаваемые в рамках ФИР, ДКБ-2020, программы развития АПК, других отраслевых программ и инициатив частного сектора. Основными инструментами, как и в программе занятости 2020, будут являться прямое трудоустройство, подготовка и переподготовка, повышение квалификации с последующим трудоустройством, переезд и трудоустройство, молодежная практика и социальные рабочие места с постоянным трудоустройством.
Следует отметить, что в отличие от действующей программы, данное направление предусматривает распределение ответственности между государством, работодателями, учебными заведениями и участниками программы. Теперь к обучению безработных будут привлекаться только те образовательные учреждения, в которых практикуется принцип дуального обучения. Это когда работодатель сам предоставляет базу для практики, то есть принимает непосредственное участие в обучении своего будущего работника. В программе, кроме того, предусматривается увеличение срока трудового договора на социальные рабочие места до 1,5 года вместо 1 и молодежную практику до 12 месяцев вместо 6 месяцев. При этом государство будет субсидировать заработную плату по социальным рабочим местам по понижающей шкале до 1 года, как предусмотрено в действующей программе, а оставшиеся 6 месяцев заработная плата будет обеспечиваться за счет работодателя. Жилье будет строиться только там, где есть конкретные заявки работодателей и обязательства по трудоустройству. Выбор мест застройки, количество жилья будет ориентирован на развитие конкретного производства. Распределение жилья между государством и работодателем будет пропорционально вложенным средствам строительства данных объектов. В настоящее время заявки на строительство 313 квартир с гарантией трудоустройства участников поступили от работодателей Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской и Кызылординской областей. Для реализации данного направления предусмотрено 23,4 миллиарда тенге и планируем охватить 90 тысяч человек. В целом на реализацию предприятий дорожной карты занятости будут направлены в текущем году 110,6 миллиардов тенге с учетом софинансирования местных исполнительных органов и ожидаем, что будут охвачены более 124 тысячи граждан страны. А это, в свою очередь, будет способствовать устойчивому росту доходов, повышению благосостояния сельских жителей, снижению количества непродуктивно самостоятельно занятых лиц и обеспечить подготовку квалифицированных кадров в соответствии с конкретными потребностями работодателей. Проект программы был обсужден в отделе социально-экономического развития администрации президента, в соответствующих комитетах Мажилиса парламента, в регионе с регионами, на заседаниях фракции политических партий Нур-Отан, Ак-Жол и Казахстанская партия, Народная партия коммунистов, Национальной экономической палате Союза Атамекен и получил свое одобрение. Прошу вашей поддержки. Спасибо за внимание.